Доброго ФПС, господа, с вами снова я, Шус, и душа поэта требует еще ебли, так сказать, по полной. Короче, к сути, только что сыграл пробный трай, узнал, что можно добивать зомби с одного удара, когда он лежит практически любым оружием, и это круто, я буду это обузить и буду это использовать. Моды, которые у нас стоят, это меняет иконки патронов. Это... Выключу его нахуй, пожалуй, мод на машину. Я думал его поставить, типа, использованный в тачек добавляет. Но я не хочу, передумал. Добавлять всякие тяпки, кувалды, хуялды. Больше мыла. Глушитель, который, скорее всего, будет добавлен. Не знаю, как он будет работать. И перевод. Все. На этом. Так что давайте одиночная игра. Я уже сделал несколько пресетов. Эта версия разработки имеет... Ну, добро пожаловать. Да, я понимаю. Я понимаю. Песочницы. Я уже и правила создал, чтобы вы не напрягались. Давайте вестпоинт. Давайте новенькое. Тем более, я посмотрел, там прикол один, выживший. Нет, выживший нет, у нас вот новый, смотрите. Зомби нормально, можете посмотреть, я вам пока буду говорить на память, что я менял. Поменял зомби на нормальное, как обычно. Время, как обычно, июнь, месяц 1 час. Мир, тут все практически по дефолту, разве что скорость порчи продуктов стала медленная, эффективность холодильника очень высокая. Это, типа, есть такой контакт. Дальше, природа, все полностью нормальное, счета событий, вертолет никогда, события там часто-часто, перестрелки, давайте поставим на редко-редко. Вот я решил уже и поменять, кстати, сохранить надо эту хуйню. События, пыль генераторов нормально, шанс найти убежище нормально, нормально, тут тоже поменяем, зачем нам это нужно. Влияние заказчика нормально, количество предметов в игре мало-мало-мало. Персонаж, опыт населения 1.5, в остальном все в норме. Транспорт, включить автомобили готово. Введение зомби, нормальные зомби. Решение сроки зомби, все как обычно. А, ну разве что нужно для поменения 0, что они часто не появляются, типа. Типа я не хочу потом их... Хотя 0.1, в принципе. Давайте сделаем, знаете как, не 0. Давайте сделаем 0.05. Как-то так. До этого стоял 0.1, а я поставил 0, чтобы они не появлялись. Пусть появляются, но не так уж и много. Пусть в два раза меньше появляются, чем появляются обычно. Теперь нажимаем далее. Тут у меня уже есть сохраненная 1. Челик, который умеет красться, храбрый, воскресный водила, усталый, но при этом у него легкий шаг, проворность и все остальное довольно здоровское. И счастливец. Он мне показался, она голая, но это просто у него такой телесный цвет у футболки. Или, блять... Да нет, телесный цвет у футболки. Ну что же, ребята, вы что подумали? Господи, боже, как стыдобата какая. Случайно. О, Крейг. Рыжий Крейг. Играем за Макгрегора, погнали. Конор Макгрегор выживает. Крейг Келли. Цель — найти автомобиль как можно быстрее и уехать нахуй из города, и потом выбираться только на всякие рейды и загружать свою машину. Не нужны советы, спасибо. Журнал, лист бумаги, шоу. Сразу корточки, моментально. Карандаши, кружки, бананы, морковки. Так, по поводу свежих продуктов, что я вам хочу сказать. Я буду их жрать. Они испортятся рано или поздно, я все это прекрасно понимаю. И я приверженец... Консерв на мой век хватит. Вот что вам скажу. Хватит на мой век консерв. Поэтому я буду, не буду париться по поводу свежих продуктов, спасать их там и все остальное. Тачки есть? Тачек нет. Очень жаль. Нужно найти сумку. Нужно найти машину. И на этом все. Это все, что мне нужно. Ну и оружие желательно, конечно, какое же тоже найти бы. Бать, все пустое. Уже зачистили нахуй. А, реально пустой дом. Абсолютно. Тут ничего нет. На полке вон тоже пустые. И выбита дверь, выбито окно. И обчистили, блядь. Кто-то обчистил эту хату. Телек только не выключил. Негодяйшка, негодяйчик. Так, где мы будем искать тачку? Вопрос хороший. С зомбями мы сейчас справиться не можем. По очевидным причинам у нас... Мы можем только толкать и топтать. С нами уже там один пристал. Давайте сверим свои навыки в толкании. Я одну разыгровочную до этого, разогревочную сыграл. Так что рефлексы мои... Более-менее хорошо. Сейчас лучше, кстати, не одеваться еще во всякое. Давай, Конор Макгрегор показывает свою страту. Свои боевые искусства. Суть в том, что теперь нельзя одеваться в эти штуки, которые дают защиты, потому что тебе будет очень жарко. Типа термоизоляция, тебе есть и ветер, хуетер. Это все теперь очень сложно. За мной кто-то идет? Чешо.
Да, ты смотри, как они нахуй вылетают на меня буквально. Как нахуй с такими, блядь, вообще справляться? Да, блядь, ты еще не... Ну... Да идите вы нахуй, блядь. Давайте просто на... по классике на украдочке, блядь, пройдем сейчас мимо всех. Пускай триггерятся. В любом случае мы их потом потеряем. Если это не зафиксили. Вот в мастерских надо пошарить обязательно. Что мастерские — это тема нужная. Да, пока ты тупишь, я зайду и посмотрю, что тут есть. Угу, мужчина здесь есть. Теряем мужчину. Да, тут тоже мужчина есть. Тут закрыто вообще. А, все, тут, тут хуй зайдешь. А тут? Тут тоже хуй зайдешь. Ладно, хоть тебя можно напиздить. Хоть какая-то, блядь, радость есть. Блядь, долго я бью. А бейсболки в нем есть. Бейсболки взять можно. Так. А ты случаем не тот чувак, который стоял здесь спиной внутри? Давай. Опа, есть контакт. Портативная рация. Да, это он. Так, есть возможность, кстати, так, пропановая горелка. Веревка, лампочка, портативная рация, маленький уголь, маленький лист металла. Пиздиться нечем. К сожалению, я вам сейчас покажу. Я даже ебаной палкой убивал зомби с одного удара, когда он лежал. Я нашел это нереально крутым. Так, давай я просто открою дверь. Так, она выпала, ебать. И мы с ней прощаемся. Недолго ее, конечно, музыка играла. Я могу здесь изнутри открыть? Да, могу, шик. Сигаретки... Пластина. Я не знаю, что это, но я могу взять это в основную руку и проводить им подраться. Да, это вполне сработает. А тут баллон с пропаном. Ой, и хуйня для прикуривания. Это круто. Так. Окошко с той стороны, судя по всему. Ой, тут... Да ебать. Большое нахуй дело. Да разбей стекло, блядь. Ёбаный нахуй. Эти ребята, блядь, явно это какая-то, видимо, чоп. Это чоп-мертвечина. Мертвая голова. Чоп-мертвая голова нападает на меня за то, что я вскрыл хату. Поэтому пойдем мимо искать машину дальше. С чоповцами у меня пока сил нет. А вот на этой подруге я вам сейчас покажу боевые навыки, которые я отточил. Я уже, кстати, заебался. Надо отдохнуть немножко. Но боевые навыки будут здесь такси, потому что я устал. Типа... Вот, или с удара, ебать. Я, ну, часто так, очень часто с удара. Бля, мертвая голова бежит за мной. Нужно съебаться от нее куда-нибудь, типа сюда. Надо отдохнуть где-нибудь. Я устал. Сухость во рту, жажда, жарко, блядь. Сырость, нахуй. Потому что не спрячьтесь от дождя. Блядь, от дождя прячьтесь. Наверное, потому что я просто вспотел. Я взмок. Мне нужна одежда полегче. Что там на мне одето? Футболка с длинным рукавом. Нужно избежать. Ну, нужно переодеться. Сейчас что-нибудь найдем. Вот в этом доме отдохнем. По крайней мере, постараемся. Я уже слышу, внутри тут какая-то кодла. Не, она там. О, у Черика пистолет в руке, кстати. Давайте тихонько поднимемся наверх. Тихонько сейчас поднимемся наверх. Отдохнем там. Спокойно. Вот здесь отдохнем. Переоденемся, может? Носочки, блядь, длинные. Грязные немножко. А вот вообще не грязные. Давай мы эти носки выкинем. Возьмем штуку нормальных. Ты нормально здесь возьмешь? Да, взял нормальный. Наденем, поменяем носочки на чистые. Юбочку можно одеть еще. Так, давай отдохнуть. Отдых пошел. Отдыхаем. Все, отдохнули. Хватит с тебя отдыха, блядь. День еще только начинается. Так, что из красивого? А, нужно же еще аптечка первого. Я вот только я бы хотел пиздануть. Вот бы сейчас заиметь какую-нибудь хуйню, типа... Взять в дополнительную руку. Сколько может она поместить в себя? 5. Шарики ватные. Сюда пинцет, пластырь, бинт, хирургический глаз, спиртовые салфетки. Платок. Я только хотел сказать, что по-хорошему бы надо тряпок нарвать. Тряпок. О, вот футболка с коротким рукавом. Сменить. Длинный рукав сюда, а длинный рукав порвать на тряпке. Где там она?
И она теперь будет у меня в аптечке в качестве тряпок четырех лежать. Давай-давай, перетаскивай, не стесняйся. Куртка. Ну, куртка это явно не про меня и не про сейчас. Свитер тоже можно было порвать на тряпки. Ну ладно, мне пока одного хватит. Хотя! Че я, блядь? Тряпок нахуй много не бывает. И вот юбку порву лучше. Порвал еще 4. 4 еще в юбке. Уже всего 8 тряпок, этого хватит надолго. Бутылку бы с водой и рюкзак теперь. Сейчас мы тут выпьем. Начнем с простого пить. Так, напился. Вон молочко, лук-порей, кукурузка, консервированный горошек. Давай захаваем овощей. Здоровая, так сказать, еда. Вот кукурузу захаваем. Потом лук-порей заточим тоже. Это все свежее. Его можно по-хорошему, конечно, и на рагу. Так, все, хватит жрать. Ты уже так переел. Свинья. Горох тут оставим, пока все равно некуда его собирать. Так, мужчина, ебать, у вас пистолет. Очень хороший, я смотрю, даже с патронами. Поместится он сюда? Да, в аптечку поместился, но на этом все. А вы что? Джинсовые шорты, очки для чтения. Коробка скрепок, нитка. Нитка, чтобы себя зашивать, нужна тоже в аптечку. Так, тут все нормально. Пластырь снотворный. Ну это все фигня. И украдочкой. Смотри, кач-кач-кач-кач, пошел навыки. Стелсим как, ебать, стелсим. Без автомобиля стелсим. Открыто, да? Естественно, открыто. Угу. Ну, а тут-то, блядь, окно-то кто закрывает, блядь, в мастерской? Есть, блядь, я, сейчас думал, что все, пиздец. Так, тут нихуя. Отвертка, свинцовая труба. Такси состояние, нить вантус радио, клей весь нужен, его в руки даже можно взять. Нужно взять пока вместо аптечки и найти пакет какой-нибудь. Так, эту хуйню можно и открыть сейчас. Если найдем в мусорке в какой-нибудь пакет, то аптечку можно будет сложить туда. Листы металла, электронные запчасти, сварка, леска, гвозди. 5 штук, если где-то. Я, скорее всего, где-то в городе остановлюсь на первое время, пока машину не найду, если спать захочется. А я же еще и сонливый человек, мне спать захочется точно. Чтобы я мог прибить себе там хуйню, веревку какую-нибудь. Чтобы потом по ней съебаться. Так, зеленая полоса на дороге. Это значит, что это одна из главных дорог, которые вообще существуют здесь. Одна из. И на ней должны быть автомобили. И я очень хочу один из них найти. Хотя бы какой-нибудь. Я очень хочу уехать просто отсюда. Ебать, скелет вообще лежит, смотри. Жесть. Зато, может, кто-то пристроился, но мне, по сути, похуй. Пустой блокнот, кроссовки, всякая хуйня. Ебать, я хотел пройти мимо, а тут реальная машина. И, возможно, даже с хозяином. Хозяин? Нет, это не хозяин автомобиля. Но я вижу все, что здесь. Мусорный пакет есть. В дополнительную руку. Сейчас будет перегруз, соответственно. У меня же аптечка во мне. А где аптечка? Куда ты дел аптечку? Ебло. У тебя же, блядь, аптечка была. Так, мужчина. Со всем пониманием ситуации. Идите, пожалуйста, нахуй. Не, все равно не с первого раза пиздить, блядь. А там я прям с первого ебашил. Аптечка нужна. Мусорный пакет. Вот, аптечка первой помощи. Переложите ее туда. Все в пакет. Так, мужик, если разобьешь стекло, я охуенно обижусь. А, ты не стекло разобьешь. Ты, блядь, не можешь, нахуй, там баррикады для тебя. А, туфли, джинсы и носки. Наши лучшие враги. Коробка гвоздей, киянка, нитка, маска наебала. Надеюсь, обзор не сильно зарежет. Наебала, сказал. Наебала. Где маска? Я ее взял и проебал. Вот она наебала. Надеюсь, если меня в лицо поцеловать не захотят, все должно быть хорошо. Малярная кисть, гвозди, изолента. Я могу, кстати, все переложить туда. Из того, что я набрал. Типа банан. Банан, гвозди, тряпка грязная почему-то, не понял.
Я же нигде не поранился, правда ведь? Я был молодец. Я был хорошим мальчиком. Так, ребята выбили там стекло, но на это особо никто не триггернулся. Блять, работай, пожалуйста. О, ключ. На месте, блять, на месте. Ну, с движком какая-то проблема, блять. Какая проблема с движком? Блять, если оно сейчас поедет, это будет охуенно. Это будет больше, чем охуенно. Блять, сзади кто-то идет ко мне. Идеальное состояние. Надо ехать нахуй. Я, кстати, не знаю, где здесь заправка. Пистолет. Пистолет и патроны. Потренируюсь потом в стрельбе. Пригодится. Давайте возьмем еще похавать все, что мы сможем сейчас здесь взять. Так, там вон подруга ломит. Так, я перелезу. Так, женщина. Женщина. На меня? Нахуй. Нахуй. Маечка. Тут тоже кто-то ломится. Но в скелете, наверное, ничего уже не будет, правильно я говорю? Да. Пить хочу. Пить это можно. Виноград. Боже, какое, какая удача. О, супы. Перегруз пошел. Ребят, сейчас одну минуту. Такс, у аппарата. Сори, ребята, сори. Это было нужно сделать. Таймеры, консервный нож, кухонный нож. Вся хуйня нужна. Крышка для банки. Можно закруточки делать, бля, солить. Вариант спагетти варить. Там народ уже щимится, надо потихоньку мыло ебать, мыться. И простыня завесится. Все, давайте уебывать. Потихонечку, помаленечку, блять. Перелазим нахуй. Садимся. А чё, тут? В смысле закрыто, блять? Охуело что ли, блять? Где ключ от машины? Забрать нахуй его. Я говорю, чё в машине? Аптечка первой помощи, труп и гаечный ключ. Блять, труп нахуй в багажнике. Кого, блять? Так, давай вот как мы поступим, блять. Вся эта хуйня отправляется в багажник прямо сейчас. Труп оттуда, блять, мы достаем нахуй. Блять, долго я это все буду переделывать, конечно. Давай еще всю эту хуйню тоже сюда. Рассортируем. Машина, кстати, уже... А, труп 20 занимает, блядь, я понимаю. Ебать, это багажник. Куда сейчас выживание пойдет? Надеюсь. Надеюсь, я не сдохну быстро. Давай, бананчик на дорожку, блядь. Пара аптечек первой помощи уже имеется. Во, банан вкусный. Так, давай трубчик, блядь, нахуй. Обе руки нахуй взять. Давай посмотрим, блядь, кого мы... Вынесли. Шорт, трусов. Женщина. Кстати, женщина не выглядит охуенной прям, ну... Не, ну не в том смысле не выглядит охуенной. Женщина не выглядит... прям уж сильно потасканной. А где мусорный пакет? Дополнительную руку, пожалуйста. Все. Заводи. Я не знаю, где заправка, кстати. Это из неприятного. Можно бы, конечно, попалить карту и определить, где заправка. Заводись. Бля, что с движком? Прости-ка, я проебал этот момент. Я вроде смотрел, все было охуенно, не? Механика автомобиля. Двигло прям в полной жопе, да? Оно красное. Чё? В чем проблема? Бенза нет, наверное. Бензобак 73%. Количество бензина я не ощутил. Слишком много. Бензина нет, нихуя. Нужен бензин. А если я его тут не найду, то мне пиздец. Вантус, шины, газовые ключи, резиновые молотки, складные столы, блять. Платки, гвозди в коробках. Нихуя.
Бля, вы сильно меня бьетесь, если я посмотрю, здесь ближайшая бензозаправка. Я знаю, что вы не бьетесь, парни, я так и вас рассчитываю. Ситуация, ребятки, так себе. Я примерно понял, куда мне идти. Да, все, я понял, куда мне идти. Скрываться я не буду, но путь нам сразу говорю, не ближний свет. Поэтому нам придется с вами побегать. И, возможно, даже сделать какой-то пит-стопчик. Сейчас, в какой-то момент, мы побежим с вами по лесу. Вот в этот момент. И потом на третьем повороте асфальтированной дороги мы повернем вниз. Как запомнилось мне. Больше подглядывать не буду. Но это охуенно не ближний путь, так я вам сразу скажу. Блять, парковка, кстати. Ух, ебать, выбежал народу-то. Тун-дуру-дун. Пускай догоняю. Покачаю пока атлетику. Атлетику покачаю. Вес я сбросил, устал. Пешком пока пойду. А, подожди, нет. Мы уже... Оу. Мы недалеко от заправки в итоге оказались. Если я не ошибаюсь. По полицейский департамент. Я, походу, другую карту смотрел. Все еще пробегусь. Немножко. Я понял. Карта та. Просто неожиданный поворот. Пить хочется. А, да, у меня же нечего пить. Надо зайти в магазин какой-нибудь. Вот тут церквуха. Надо по дороге заскочить какой-нибудь... А, на заправку я зайду, собственно. Пора пиздарить вниз. И, кстати, пора пиздарить уже потише. Прихожане. Уважаемые прихожане. Все, уходим, пацаны, в стелс-мод. Чтобы никого не беспокоить. Сырость. Я скаут, мне похуй. А я не скаут, я лох. Я реально могу заболеть. Заправка должна быть где-то. Еще потом возвращаться. Хорошо живу, ебать. Еще возвращаться с парой канистр, кстати, сразу. Чтобы было нормально. Устал. Ну все, дальше пешком идем. Рано я свернул, между прочим. Давайте мужчину. Пока еще силы во мне есть, оприходуем. Ой, я, кстати, только что разустал на пару секунд и снова устал. Так, мужчина, идете домой. Вилка, ебать, у него есть. Наверное, надеюсь, не влазу. Карта Молдро, а у нас Вестпойнт. Дальше пойдем пешком. Легкая жажда. По моим подсчетам, если мы пойдем с вами примерно вот так, скоро там будет... Вот, собственно. И вот отсюда уже можно начинать стелсить по полной. Так, задача. Не получить пизды на заправке. Две канистры. Полное топливо. Потом будем чистить все потихоньку, по мере возможности. Потом найти бутылку с водой. Попить. Поесть. И дальше взять самое необходимое. Самое необходимое. В идеале вообще взять только бензин и уйти. Так. Но мы будем это чистить 100% потихоньку, чтобы потом не было никаких проблем. Пока не по одному, и у нас есть волшебная труба. Нахуй. Готово. Пакетик полиэтиленовый у нас уже есть. Опа. Ебать, ребята, а вот как так вообще получилось? Ебать, нет, это пиздец такой. Уже такой расклад меня уже не устраивает от слова совсем. Их тут оказалось намного больше, чем я думал. И когда я говорю намного больше, прям, я имею в виду намного больше. Так, давай ты упадешь. Гэтс. А, уже не хватает сил, чтобы с одного удара уебать ее. Я все еще в состоянии драться. Я не вижу нихуя. Блять, как не вовремя она упала. Да, в голову. Ну, он же голова. Есть! Так, в прошлый раз это закончилось плохо, блять. Вся эта параша закончилась очень плохо для моего здоровья.
Пиздец. Я, если бы нажал пробел раньше, я бы начал стомпать по этой. Он, кстати, что-то, блядь, забыл про меня. Видимо, головой ударился. Давай, давай, урони ее. Ну, урони ее. Ну, ебать, нахуй. Ну, друг, блядь. Ну, ты не можешь так со мной поступать. Пизда. Его нахуй сразу. Ну, она меньше, блядь. Да ты охуел. Ну, теперь-то ты молодец, блядь. Давай с удара его. Давай его... Второго. Кстати, если бы я ее сейчас не был с одного удара, я бы умер, кстати. Потому что я бы начал стомпать ее, а не его пытаться толкать. Почему он не падает? Почему ты не падаешь, хуйло, блядь? Ты до этого падал с одного. Ты падал с одного, блядь, гондон. Какого хуя, спрашивается, сейчас, блядь? Ты выебываешься, нахуй. Ну, я тебе пиздачину, блядь, кусок вонючего говна. Я хочу отдохнуть немного. Без отдыха тут каши не сваришь. Сесть на землю. Чуть-чуть в себя прийти. Прям чуть-чуть. Спать. Спать? Сейчас ты не можешь спать сейчас. Ладно, мы в принципе можем где-нибудь прилечь, наверное, здесь недалеко. Но это не явно не в то время, чтобы спать. Тебе бензин надо брать и уходить. Боже, как не вовремя, блядь. Мусорный пакет у меня уже есть. Бля, еще при... Вот бы заправка была открыта. Я слышу, внутри. То ли внутри, то ли нет. Бля, слава богу, она открыта. Канистра. Сюда. Чипсы потом съедим с тобой. Нам нужна еще одна канистра. Ребят, бери одну и иди. Но нет. Сыр съесть. Газировку надо взять еще попить. Какую-нибудь. В идеальчике вы. Газировочка. Отлично. Жажда 50. Пить. Бутылку надо взять. Она нам не нужна. Сейчас я выпью еще. Запей, запей сырок. Я пока и шума не издаю. Надеюсь, я не буду спален. Так, канистра раз, канистра два, автомобильный аккум, бутылка газировки нужна, коробка сока, это все не то, ребятки, все не то. Кексы, газовые ключи, чипсы, шины. Слушай, на заправке есть неплохие штуки, вон бутылки, давай посмотрим там, где бутылки стоят, явно ж не просто так нарисовано. Нет, получается просто так, тут прикуриватель стоит. Может быть, заказ. Вот сейчас я шумлю, потому что сзади ребята меня могут услышать. Еще одна газировка. Канистра с бензином уже наполненная. Мне хватит, в принципе, одной канистры, чтобы доехать сюда. И здесь еще две канистры уже наполненные. Перегруз. Избавимся сейчас от лишнего. Чтобы не заправлять, сейчас, блядь, избавимся. Это от канистр такой перегруз нехуевый, да? Нахуй вас. Да, блядь. Три канистры с бензином. Давай от одной избавимся. Блядь. Еле придавил. Я уже выбрасываю. 5 литров есть. В чем проблема? В руте проблема. Пустую банку выкинь нахуй из-под газировки. На одной канистре съездим, похуй. А давай мы сделаем вот так сейчас. Мы возьмем металлическую трубу и сникаем ее в сумку. Блять, и стало еще тяжелее, нахуй. Ладно, видимо, мне просто придется смириться и идти домой. Потом на тачке отъедем куда-нибудь. И поспим. Бля, я не надорвусь ли случаем?
Легкий урон, да, я получаю пизды за это. Вот от чего у меня избавиться-то? Чипс, канистра одна. Бля, трубой я пижусь. От аптечки может избавиться от лишней. Но там отвертки и всякие ништяки. Снижение веса на 5. Ну-ка, возьми-ка я в основную руку. Это должно помочь. Сколько здесь снижается вес? Давай переложим в пинцет пистолет. Ты чё, блядь, встал? Ты охуел, что ли, сейчас останавливаться, блядь? Кусок говна, блядь. Ты чуть меня не похоронил. Нет, всё, понял. Это же, блядь, смерть. Давай сейчас переложи. Давай будь человеком, это недолго. Как по перегрузу? Но жить стало немного проще. Устал. Блять, до машины надо допереть и все. Заправить и поехать. Кстати, такой охуенный риск сейчас делаю. Вообще пиздец, это супер риск. По идее, надо было бы просто где-то заночевать, потом бы спокойно с утра пойти. Но я сонный, рассеянный. Тряпки нахуй может все выбросить на пол. Они его ничего не весят почти. Я вот тут начинаю задумываться, каким образом я буду сейчас отрываться от них. Если я не в состоянии бежать. Нормально бежать не в состоянии. Ну-ка. Ну, тут вообще супер легко все. Впереди зомби нет. Вот тут это просто волшебство сейчас для меня. Сказочное волшебство. И вот сейчас лучше не вставать, а все делать украдкой. Я постараюсь поспать где-нибудь недалеко от тачки. Не в ней, поеду завтра уже. Это полицейский участок, да? Или что-то похожее на него. Так, вот здесь нам лучше туда обойти. Чё, научился красться? Да, скрытность 3. Проходим мягко, аккуратно. Да, я вспоминаю это местечко, где я пробегал. Взмок. Ну пока просто передохните. Мне не говорят, что вы там, вам трудно бежать. Уже жажда. А вот сейчас, дамы и господа, мы уже приближаемся к месту, где Максим Евгеньевич, в принципе, дела-то и оставил, уйдя за бензином. Я несказанно этому рад. Сейчас мы разгрузим аптечку и все остальное туда. Все. Трудно бежать. Со стелса все равно не выйду. Даже, блядь, не просите. Это будет длиться целую вечность. Я доползу через вечность. Но я доползу. Потом разгрузимся, попьем, поспим. И поедем на заправку, опять же, поедем на машине. Остальной бензин забрать, заправиться хорошенько и свалим оттуда. А, тачка у следующих. Забавно, хуйня, если здесь был бы бензин. Давай мягко. Я здесь вроде почистил. Точнее, не здесь, а дальше. Но здесь тоже спокойно. А что есть спокойствие? Там ребята же снаружи долбятся. Вот здесь. Так, я дошел и ладно, блядь. Начнем с простого. Аптечка вся, пожалуйста, сюда. Пинцет. Нет, пластину оставь. Отвертка. Газировку тоже оставь, сейчас выпью. Пинцет. Так, заправить автомобиль, блядь. Вольем бензин сразу, чтобы, если что, я мог съебаться. Хотя там с движком какая-то хуйня происходила непонятная.
Так, бензин заливается, я уже счастлив этому. Бензин залили. Чипсы, газировка. И, естественно, пустая канистра теперь тоже сюда едет. Ты закрыт. Слушай, ну я же здесь уже был, правда? Тут у меня кто-то еще дежурит, блядь, прикинь. Слышите, долбится. Так, окна я закрыл. Пластину в основную руку. Сейчас главное не отгрести пиздюлей здесь. А потом... и все будет хорошо. А я устал. Мне тяжело идти. Давайте, пошлите аккуратно. Медленно, уверенно мы эту хуйню зачистим сейчас. И никак иначе. Так. Упала. Эх, блядь. Ебать, еле бью. Пиздец, еле бью. Вообще шок. Я уже просто не могу ее убить. Слушай, а я смогу ее убить? Это же пиздец, я обессилен, блядь. Я справился. Обессиленный, но справившийся. Так, из стелса не выходим. Возникает вопрос, все ли теперь хорошо. Обезопашиваем как можем. Ведь это та самая немногая вещь, которую мы можем обезопасить. Где тут выключатель кухни? Так, тут света нет. В подсобке похуй, что он светит. Опасность упасть в обморок, бля. Сейчас ляжем спать. Что-то нахуй такой нервный. Угу. 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 Вовремя я, блядь, увидел некоторые подробности, нахуй. А они не видят меня? А нет, это видит. Я не могу жить, я уже едва передвигаю ноги. Мне нужно спать где-то. Вот только где. Слушай, выйти сейчас — это смерть. Мне придется ложиться спать сейчас. Я закрою двери. Если они не угадают с дверью, то все будет хорошо. Смерть, блядь, это пиздец. Это очень неприятная хуйня сейчас произошла. Веревка. Можно еще свить веревку. Что тут? Тут тоже спальня. Ладно, я просто понадеюсь, что все будет хорошо. Я просто на это рассчитываю. Сейчас дверь ломится, пизда, не знаю, что делать. Ломать ногу нахуй, выпрыгивать и бежать. Хавать охота? Давай просыпайся, ебаный шашлык. В дверь не ломятся. Под окном я никого не вижу. Так, вышел на серьезных щах, никого снаружи не увидел. Зомби куда-то уебали. Значит, она все-таки меня не заметила. Потому что она бы щемилась сюда. Мужик. Мужик, ебать. Сзади все заебись. Пока, мужик. Я пойду снимать шторы и получать простыни с этой хаты, потому что тут их было достаточно много, они мне нужны. Все равно уезжаем. В холодосе я ничего не оставил. У меня чипсов пачка была со мной. Тут нихуя случаем не осталось, блядь, перекусить-то. Таймеры, посуды, кстати, тоже будет нужна. Спагетти есть и маринад.